Елихризум. Елихризум, иначе именуемый бессмертником, часто используется как элемент икебаны в сухом виде. Однако не стоит недооценивать этот однолетник. Он может прекрасно дополнить своими яркими цветочками клумбу или сад. Бессмертник имеет неувядающие яркие корзинки, ради которых, собственно, и выращивается. Что представляют собой эти корзинки? Не стоит заблуждаться и полагать, что это цветы, поскольку цветы у елихризума мелкие и невзрачные. На самом деле красоту цветам бессмертника придают пленчатые листочки обертки. Они сухие и находятся вокруг растения. Дарящая нам эстетическое наслаждение от лицезрения елихризума природа не просто так наградила это растение таким приспособлением. На самом деле сухие листочки препятствуют испарению влаги, необходимой для жизни растения. Оно пришло к нам из пустынных регионов. Если вы хотите украсить свой приусадебный участок этими прекрасными функциональными цветами, рекомендуем приобрести семена в интернет-магазине «Помидорчик».